Привет, это Суперход, мы продолжаем. Мы сейчас находимся на втором этаже, возможно, их четыре. Потому что вон где уровень. При перемещении назад у нас это собака или что это съезжает. Ладно, пошли сюда сначала. Берем больше. Чтобы у нас было больше жизней. Потому что не особо мне хочется перепроходить. Воу, это было близко. Хана мне. Блин, ладно, я по-глупому поступил как-то. Можно я его пушку схвачу? Все, прошли, но жизнь потеряли. Блин, в это время даже говорить не хочется. Просто думаешь, обдумываешь свои действия. Блин, это было глупо. А где еще сюрикены? Я что, спрыгивать должен? Козлы тупые. Блин, поэтому мазанул. Поэтому попал. Закончились боеприпасики. Сейчас мы его раскатаем. Блин, главное не сдохнуть. А, все, выиграли. Я уж подумал, сдох. А где апгрейды? В тренажерном зале. Блин, убили. Надо было больше двигаться. Церковь. Здесь мы ни разу не были. Может, на этом этаже у нас будут новые локации, кстати говоря. Может, эти локации ограничиваются этажами? Вот в чем смысл. То есть там же они у нас повторялись постоянно. Так, этого мы не пробьем. Блин, крыса поганая. Минус жизнь, что поделать. Прошли. Тюрьма. Да, скорее всего, здесь новые локации. Потом мы перейдем на новый этаж. Там тоже будут новые. Это хорошо. А я уж испугался то, что они постоянно будут одни и те же. Это было бы не особо здорово. Так мы не пробьем. Слишком много здесь беготни получается. Нифига себе, он прострелил. Так, пока. Блин, да ты задолбал. Куда ты бежишь? Наверх, вниз? Уж определяйтесь, пожалуйста. Почему мне не дают прокачиваться здесь? Что за фигня, так и задумано? О, нормально, мы его дискеты и ушатали. Или это сюрикены было, это же обычная дискета была. Пушку сюда давай. Где твоя пушка? Голубчик, блин. Ладно,
Ладно, его так ушатаем. Эта пушка даже получше будет. Спортзал. Обалдели, кинули меня с прокачкой. Вы чего? Это ведь нечестно. Сюда давай свою катану. Где она? Где? Он же с катаной был. Бац. Минус жизнь. Зашибись. Так, пули прошивают врагов на вылет, или бросаемые предметы взрываются. Ну, давай на вылет. Скорее всего, опять проиграю. Одна вонючая жизнь осталась. Надо быть аккуратнее. Тогда я выиграю. Меня никто не сможет убить. А я всех раскатаю. Блин, козлина! Нас откатывает, но не жестко. Да? Так, этот минус. К тому лучше забраться. От этой пушки я отказываться не буду, она слишком хороша. Нет боеприпасов. Давай гаси его. Крысёныши этого. Бежит он. Какой наглый. Вы только посмотрите на него. Якудза. Так. Не сошибем. О, убили его. И засчитали, зашибись. Дискотека. Видимо, я ошибся. Дискотека у нас до этого была 3 раза. На прошлом этаже. Блин, этого не убили даже. Вот это прикольно получилось сейчас. Вообще классно. Сражались еще так долго и упорно. Мы все здесь. Прям как в настоящем боевике. Вышло. Коридоры. Но все равно, наверное, новые локации какие-то появились с этим этажом. Или я просто там очень мало играл. На том этаже. Крыса поганая, блин. А? Посмотрите на него.
Сзади никого вроде. Этот минус. Может, он от этого сдохнет? Сдох. Три попадания. Прокачка. Лечение. Я беру лечение. Супербросок мне бы тоже помог, но, блин, одна жизнь, это очень мало. Мне вот пушки не дают. Я, может, привык к хорошей жизни, там, где пушка в начале игры. Это так классно вообще. Зашибись, ничего не скажешь. Одна жизнь опять. Да уж. Как-то не заходит в этот раз. Может, я неаккуратно играю. Сдох. Блин, тут можно бесконечно играть. Козлы, задолбали. Дайте мне достойный навык. Пушку в начале каждой игры. И вообще зашибись. Играется. С этим навыком. Ну, кто еще? Блин. Так, затащили. Мы фул. Надо играть аккуратно, очень аккуратно. То есть вот отходим и бросаем. Убиваем его. Бросаем куда-то туда. Минус чуваки. Вот этот просто бежит. Вот этот бежит с пушкой. Следовательно, сначала убиваем его. Бросаем. Перехват убиваем. Бросаем в того. Хватаем. Вот это было классно вообще. Надо посмотреть, как все это произошло. Все идеально здесь продумали. Вот эта ловкость у нас, конечно. Постоянно что-то хватал, кидал. На протяжении всего уровня. Вот это было отстойно. Так, до него долетело, это здорово. Вот он, крыса. У меня опять одна жизнь. Сколько можно? Я ведь никакого опыта даже не получаю за это. Если только жизненный. Но зачем оно мне нужно? Блин, и ничего нет. Пушка вот еще разбивается, когда ее бросаешь. Это неприятно. Мимо. Да как? Серьезно? Он что, экстрасенс долбанный? Я ни одного уровня не прошел. Можно я выйду, пойду в другую сторону? Это как-то жестко. Прокачка здесь довольно редкая.
Может, надо более расслабленно играть? Ведь до этого меня явно не прокачка спасала, когда я проходил те уровни. Эти умения, конечно, классные, но не настолько, чтобы тащить всю игру. Блин, ну как вот с этим бороться-то? А, его пушку разбили. Да боже! Какой-то позор! Ладно. Здесь бы я взял долбанное увеличение здоровья. Не, я не успею его убить. Да уж, я даже до половины не доходил, да? И одна прокачка вон там где-то в центре. И все. Блин, если я к ним буду подходить, они будут в меня стрелять в упор. Так они просто стреляют на упреждение и попадают. Довольно неплохо. Че, еще и не сдох в придачу. Совсем что ли овощ? Жестко. Спортзал давай. И попал, разумеется. А как иначе? Конечно. Жесть. Я не потерял? Я потерял здоровье. А, здесь две прокачки. Вот после тюрьмы прокачка еще одна. Пушек, блин, нет. Начинать с пушкой — это вообще норм. Это реально, видимо, по-читерски, потому что я привык к хорошей жизни. Привык постоянно что-то такое брать. Ты чё? Обалдел уворачиваться? Лошпеды. Хилка, хилка, хилка. Все равно боеприпасы отстой. Так, еще три уровня, еще одна прокачка нас ждет. Хотя это сложно назвать прокачкой, я просто отхилился. Так, надеюсь, они вдвоем сдохнут. Совсем обалдел, что велошпед. Классно карандашом их убивать. Лузеры. Канализация опять. О, нет, блин. Думать быстрее надо. Хотел в бошку ему зарядить. И обосрался. Надо было не выпендриваться и стрелять в тело. Погоди. Все, продолжаем. Разумеется, пусто.
Главное, чтобы здесь никто не вышел. Вот лох. Берут, уворачиваются козлы. Коридоры, потом прокачка. Надеюсь, что-то стоящее там будет. Где хоть одна пушка, блин? А тот не теряет, что ли? Если я в него попаду. Хана мне, походу. Минус жизнь. Это от тебя? Или от тебя? О, все, тот сдох. Зашибись. Пушка сразу, да. Ура. То, чего мне не хватало. Последний уровень, серьезно? Что за издевательство? Только сейчас что-то дали. Крыса поганая. Не одна жизнь, да? Подонок тупорылый. Жесть. Это ж сколько можно проходить? Это ж какая здесь сложность-то теперь? Блин, может я просто не привык ко всему этому. Оружия-то мало. Чё я вот телеками буду швыряться? Их прет очень много. Мне остается только уворачиваться, блин. Вот здесь хотя бы пистолеты лежат. Это ладно. Давай по-быстрому. Все, я не хочу ничего продумывать. Задолбало меня это. Минус жизнь. То есть я должен был его ударить? И скинуть пушку или что? Ну, кто еще? Молодец, что увернулся. Прям нереальная сложность какая-то началась. Может, это я не туда зарулил? Или просто пока отдыхал, разучился? Кулаками мне здесь не особо нравится драться. То есть они очень мало урона наносят. И ты как беспомощный стоишь. Мне еще и на упреждение стреляют. Чего бы бросить? Так. Метро. Разрубил, спасибо большое. Не знаю, попаду в него, не попаду. Спасибо за новую пушку. Здесь мы ничего не потеряли. Прокачка.
Взрыв. О, взрыв. Давай возьмем взрыв. Меня постоянно калечат. Хотя этот взрыв мне может только один раз помочь. На второй я сдохну. О, ну сработал. Не зря взяли. Зашибись! Я эту игру в жизни не пройду такими темпами. Может, мне стоит другой навык взять, но я, блин, выйти даже не могу. Навык, чтобы подлетать к ним. Может, на это упор, потому что мне дали способность. Жизнь мне здесь уже не помогает, с меня хватит. Атака. Да блин, возьми пушку. По сути, эта способность-то читерская. Там, конечно, жизнь дополнительная, но это нифига не дает по сравнению с этим. То есть это подрываться можно. Я просто хотел дополнительную жизнь себе. Вот, он нифига мне сделать не может. Где его пушка? Или вилкой его убьем. Блин, нифига не проходит. Так, остров. А так и готово. Как-то вообще не заходило. Можно мне дополнительную жизнь взять? Тогда все будет окей. Ну вот, это слишком читерская фигня. Может, они поэтому и думали, типа, вау. По-любому будут брать ее. Пусть уровни будут сложнее. Потому что здесь аж подрываться к нему можно. Потому что если сравнивать со всеми остальными бонусами, которые мне дают, с перезарядка, вот. Убийство врагов сокращает время перезарядки. Атаки. Не, давай бросок сильнее будет. Но если так, я буду постоянно, значит, ходить с этой ерундой. Хоть и не хотелось мне. Так, он сдох, типа. А, и так сдох. Лашпед. Платформа. Вот, они даже среагировать не успевают, а так бы я пошел. Они бы пальнули в меня. Так и не готово. Я просто кнопки взять путаю и атаки.
Замечательно. Так, здесь пушка была все это время. Сзади никого. Слишком далеко. Так. А этого хватило, я хотел к тому телепортнуться еще. Его ушатать. Катана сразу, гранаты. Ну, давай катана сразу. И последний уровень. Ну вот с этим намного легче получается. Это несправедливо. Как я считаю. То есть навыки не особо уравновешены. Главное, чтобы сзади никто не подошел. Изи. Просто это читерская фигня, ясно. Они сделали с упором на эту способность. Последующие уровни, видимо. Что это мне даст? Знаток оружия. Дальность и скорость атаки оружия ближнего боя повышается. Ближнего боя? Не, ну вообще неплохо. Он намного быстрее бьет. Так, зашибись. Новая способность. Простите, пусто, не буду, холодно, страшно, больно. Атака, конечно. Теперь я все с этой атакой вонючей проходить буду. Видимо. А, он и так сдох. Это было легко. Знаток оружия, катана сразу хочу. Так, ну, давай вот так. Катана помогла так-то. Ты чё, оружие уничтожил? Или это я? Два лохамы. Да, слишком имбовая штука. С жизнью я бы просто там тупил, страдал. Ходил бы такой, о нет, о нет. Как лучше сделать то, как лучше сделать это. А здесь вообще никаких проблем. Блин, серьезно? Он крыса, я его даже не заметил, потому что он сливается. Сдох чисто из-за того, что он закрысил. Неприятно будет, если я сейчас проиграю. Так, он промазал.
пушка. Загасили. Можно... Блин, давай лечение. Не хочу умереть. Не хочу. Пушку сюда давай. В эти их ноги вонючие, так сложно целиться. Все, балдел. Вообще, дикари. Такое напряжение от этой игры. Перепроходить не хочется. Так, вот это я возьму. Добиваем. Кто еще? Ты? Все. Не, она серьезно очень сильно выручает. И серьезно с ней намного легче. Где твоя пушка-то? Или ты с палкой был? Блин, чуть было не сдох. Атака готова. Чисто закрысил. Одна жизнь осталась. Перезарядка. Убийство врагов сокращает время перезарядки атаки. Теряя жизнь, вы осыпаете. Нет, у меня всего одна жизнь. Нелогично брать этот взрыв. Последняя локация, последняя жизнь. Вот он бежит. Например, мы швыряем. И не попадаем. Ага. Хватаем вот это. Так, сзади никого. Фух. Прошли. А можно мне навсегда увеличить одну жизнь? Это было бы неплохо. Что здесь написано? Управление разумом из-за травмы. Расщепление личности. Дельта изменяет разум. Монарх. Wi-Fi настроен на мозговые волны. Промывание мозгов. Мем. Сообщение из подсознания. Наркотики в еде и воде. Теперь мне все ясно. Что за бред? Ладно. Мы между тем идем сюда. Не хотелось мне сначала брать эту атаку. Потому что я думал, что наоборот из-за нее придется больше страдать. Типа... На одну жизнь меньше. Следовательно, мороки больше. Как оказалось, нифига. Блин, эта дверь не ломается, что ли, вообще?
Ах ты, крыса поганая. Надо было сразу к нему подорваться. Давай катану сразу возьмем. Все-таки это мощный баф такой. Так, сзади никто не заспавнился. Патроны вышли из чата. Понятно. Я мог бы к нему подорваться, но ведь там эти крысят. Замечательно. Было бы неплохо после этого уровня отхилиться. Здесь я был. Крыса! Ладно, сейчас все будет иначе. Надо быть наглее. Я просто от них прячусь. Можно по КД просто использовать эту способность. Я-то как-то экономить пытаюсь. Этого тогда загасим, раз слишком далеко. Граната, боеприпасы. В оружии больше патронов. Блин, я даже не знаю, что лучше. Давай гранату возьмем. Из этих двух вариантов мне ничего не нравилось. Оба отвратительные. Зашибись. Этот уровень какой-то отстойный вообще был. Что-то не то я делаю в этой жизни, видимо. Может, я себя настраиваю неправильно. Да, блин, фигня какая-то, что там, что здесь. Уж лучше бы хилку тогда дали. Или пушку сразу. Где пистолет? Вот если они вдвоем бегут, у одного надо выбивать пушку предметом, а ко второму лететь. Где этот лох? Зашибись, у меня одно сердечко, да? Метро. Тут вот и подсесть нельзя. Боже, такой пот. Ч
чё за бред? Почему я вынужден страдать? Никого сзади нет. Да-да, зашибись. Дайте мне нормальное. Катана сразу, зашибись. Почему-то мне сейчас пушку сразу не дают. Может, это связано с тем, что у меня слишком много навыков уже. Но, блин, мне дропается одно и то же. Одна и та же фигня. То есть ничего полезного. Ничего хорошего. А можешь катану вернуть, пожалуйста? Так, этот лох сдох. Кто еще? А почему вас так много? Можно узнать. Заправка. А, блин, я подумал, что пушку смогу оттуда вытащить. Как-то глупо было. Давай сюда пистолет свой. Где вы? Крысята. Это мне пригодится. Этот рельсотрон. Он достаточно хороший. Так, супер бросок, взрыв. Давай бросок. Бросок меня устраивает. Попал? Попал в ногу. Я уж подумал, что не попал. Ладно, давай сначала мы тебя раскатаем. Потому что эти все идут с одной стороны. Зашибись. Блин, реально напряженная игра. Давай так. У этого-то пушка. Я бы взял катану. Катана мне нравится. Ты в меня пальнул или что? Лошок. Давай сюда свой меч. Атака готова. Круто. И уворачиваться не приходится. Ошибись. Так, что это за отразить? Если вы отражаете одну пулю, остальные летят обратно во врагов. То есть, чтобы отразить пулю, надо в нее пальнуть? Или использовать катану? Ой, я ее выбросил. Можно вернуть? Давай посмотрим еще раз. Да боже, там мне в бошку прилетело, что ли? Я не знал, что я пули могу отбивать. Что за издевательство? Это очень сложно.
Таким лучше не экспериментировать. Хорошо, я понял. Теперь мне еще больше этого говна нужно, и выпадать даже не будут. К сожалению. Дискотека. Так, ломаем твою руку тупую. Что? Атака готова. Тупой гомункул, умри. О, жесть. Сколько там еще? А, я только приступил. Лечение или отразить все? Нет, лечение. Отразить все, я этим все равно не пользуюсь. Пушка где? Пушка. Так, расквасили бошку. Отдыхай давай. Крыса. Однорукая. Попробуй попади еще в него. Вот только отхилился, и опять все заново. Ладно, пока живем. Пока все зашибись. Берем свечу. Почему только урон по долбанной руке проходит? Так несправедливо. Так, ладно, мы это пропускаем. Офис. Мы живем. Живем, не знаем бед. Пистолет верни. Обалдел, что ли? Крысит тут. Говнюк. Мне такое не нужно. Супер бросок лечения. Давай еще раз вылечим себя. Обойдемся без супер броска. Почему слишком далеко-то? Наоборот, зашибись. Тупой лох, блин. Прячется еще от моих выстрелов. Так сложно умереть, что ли? Крыса!
Я уже задолбался лечиться. Где его пушка? А, она была к нему привязана, что ли? Ты дурак, я хотел пушку схватить. Мне хана. Зашибись. Погоди, 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 погоди. Ты чё, дурак, зачем ты меня сюда закинул? Того я прошел не так уж много уровней. Это было уже намного сложнее. Не знаю почему, потому что уровни-то по сути те же самые. Да, там добавилась парочка новых, но, возможно, врагов просто стало больше. Ладно, проходить дальше мы будем уже в следующий раз. Пока что на этом можно закончить. Пока.